В Московской области началась противоклещевая, так называемая акарицидная обработка. Цель – уничтожить клещей в общественных местах и прогулочных зонах, например, в парках и на детских площадках. Центральный парк культуры и отдыха стал одним из первых, где ее провели. При обработке используется альфа-трин – стандартный инсектицид для борьбы с клещами. Вещество четвертого класса опасности, то есть малоопасное, тем не менее оно достаточно токсично, поэтому работники в защитных костюмах неспроста. Действие инсектицида длится около 2 месяцев. Для клещей оно смертельно. При контакте с веществом у человека может возникнуть аллергическая реакция, а у животного – расстройство желудка. Летальных исходов, конечно, не будет, но при этом специалисты не рекомендуют выгуливать питомца в парке хотя бы пару дней, а мама – воздержаться от прогулок с детьми. Сотрудники парка заранее предупреждают жителей о том, что планируется обработка. Они развешивают объявления по всей территории парка. Но, к сожалению, не все обращают на них внимание. Я не видел. Как вы считаете, вот эта обработка, она вообще опасна? Для... Конечно, химикаты, конечно, опасна. Особенно для животных, животные же бегают. Нет, мы не знали, но, как правило, каждую весну здесь проводится антиклещевая обработка. Собака обработана уже, да, и животные, то есть уже в марте, в начале апреля обязательно должна быть или вакцинация, или обработка вот, антиклещевая. Ну, я думаю, хорошо. Лучше в любом случае, чем если бы этого не было. Поскольку клещи – переносчики опасных заболеваний, хороша любая защита как для человека, так и для животных. Уже завтра, 25 апреля, в Щелкове будут обрабатывать территорию парка «Детский городок». Анна Наприенко, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.